приветствую. Интересно, сегодня поезд нахуй упадет или нет, блядь? Какой поезд? Танк. Три Пять тысячи тысяч. стоит, и пустота. Пять, по-моему. Да, три. Ну я по пять еще брал, ну, подешевели. Ребят, здорово. Что, будет слотик ульду для фури? Ну, пошли. Это у Божиева? Да. Ну, пойдем. Ну ты смотри, Варчик, ты тут? Я тут. Ты, я лечу, ульда... но вы можете утюга без меня убить еще. Я имею в виду, ты это ульда без ЕП, потому что это ульда другого. Да, штука. Мне не нужен шмот. Релок. Че, это я все-таки в хиле, наверное, был. Он не пропал? Киря. Да. Ты читал то, что я тебе писал в ПМ? Да. И Варчик с первого статика сейчас с нами пойдет. Зачем? Побить. Он без ЕП. Ну что, блядь, славянин? Да я не тебе, я этому. Простя. Что? Здравствуй. Здорово. Для начала. Ну. Ну я надеюсь, ты меня понял, да? Да. Перезайди в игру Lock Alt F4, нажми. Будешь год стоять этого комната ждать. Я надеюсь, мы не будем эту хуйню бить в КМ режиме. Уже обычка. Что? Уже обычка. А. Thank you.
Ну, я не знаю, чего ждем, он произошел. Опять не фулл рейд. Чем не шока, да? Пока, да, совы нет. А чё Миша вышел в Бьёрн? Он пока на работе. Так его можно взять, я ему писала, он сказал на первых боссах может, потом будет уезжать с работы, выйдет. Ноте-ноте. Давай. Он сказал, что его кикнули. Я поэтому больше не приглашала. Кири. Что? Дворф снайпер сказал, что он у него не было возможности предупредить, он отсутствовал по работе. На следующий раз он постарается предупредить. В космос летал. Не знаю. Может, он в шахте работает, там связи. Вот он еще суммонить, вроде секут. Настя, тебе сколько осталось? 8. Получается еще 4 КД. Ну как повезет. Может, на этом КД. И через 5 будет волонтер получать. Не я, это просто по своему опыту говорю. Не, ну вспомни, у меня одно КД упало, 7 осколков. Не, ну у меня только первое КД 5 было, а дальше вот по 2, по 3. Ну, предыдущее 4 было. Займите. Ну, может, тебе повезет больше. Не знаю, у меня есть такое вот предчувствие, что если идти по прямой сначала, а потом возвращаться двух боссов добивать, осколки чаще падают. Но это так, гадание на кофейной гуще. А если сзади убивать центральную, короче, колонну, то еще чаще. Не, ну я просто собирал в Дурадуре, а там топычи скипают боссов. Всяких вот этих ненужных ваших. Если кто не подтвердит чек, я кикаю, он без ЕП остается. У меня никого не сидит. Он что-то писал? Порвинстон. Он же как обычно обкакивает, ты что, не знаешь? Не, без разницы. Вижу один разрушитель без раги. Просто тебе свободно. Ну ладно. Короче, еще я в хила пока спрятаюсь. Куда пошли присели? Алло, блядь. Алло. Вы это пошлите на Игнисе?
Я промахнулась немного по этой ветке, сейчас. Бля, я бил опять всех, потанчить жил. Настя, ему не ушел. Ну, на успех. Я же говорю, там 250, а я 350 что-то борщинула. С двуручкой. Ну, одна ручка на этот, на танка, офспек. Хороший стан. Демонса не было. Что там просто за баночки? Всем на чистку? Ну, тюки. Пора бы, наверное, уже. Разберусь. Есть у аукциона. Еще в мире можно собрать. Дайте приставах, пожалуйста. У нас один офнутый. Что с ним? ЛК фласочки тут типа уже 5. Я во время пула просто буду кидать и все молча. Все, больше мне об этом не говорить. Стрибали уже. Просто молча будет прилетать тут с лукофлаской и все. И без нее. Дайте Антон. Дайте третью ауру. Рес и Бьорн. Марки потом возьмешь на вторую. Берегитесь.
Нет, мы просто умерли. Нормально меня ебет ожог. А че вы умерли? ХП закончилось. Босс возвращать. Не, нельзя там назад. Когда он дергается. Ты что? Короче, вы напуливаете, что ли? Тут 5 напулов и ни одного. Один хант напуливает. Вы без трех слотов, что ли? Да. Ну, рога без напула. С одним напулом. А можно, если что... Ты позвал. Кир. Кто? Можно мне будет это, друга взять? Клопчики потыкать. Мы с ней фулл рейд били. Все, не делать ничего. Ой, сейчас Рем будет. Блять, ну меня напуливают, ладно, это танчик. Или что, забираешь его? Спасибо.
Бери. Следующая эпизема будет. Ноль. Тебе куда? На стену кинь тогда сразу. Мне? Угу. Вот это типа... Нахуй ты говно смог берешь? Тебе же с блоком надо. Вау. Ебать, я в 264-м бегаю, ничего не помню. В 277-й с блоком лучше, чем это говно, кстати. Че, вы там до робота не доползли? Не. Острая. Прости, кто на драбуна? Поставьте шкаф. Киньте патчи. Пластик сделаю на этого. На робота. Что не текло? Запускать? Кто вам гарпуны?
Вот, ты не читаешь, да, что я пишу в группу, блядь? Че, может перед четвертой разбавить? У него встать нету? У Лемы? Он потратил. Стояли Лема. Сажаю, нет. Да. Бьерн кого-то там. Дальше спрятаться. Уже стеклянный. Держите трэш в стране, пока. Она скоро снова взлетит. Thank you.
Я перезайду. Что ты, Паш, говоришь, на робота хочешь? Да у меня квест. Ну, недельный. На робота. Давай, задержи вместо меня, потанчишь, Паш. Давай. Там же нихуя мне хорошего, выжди гляну. Смотри, я уже поменял. Потанчить. Принципиал. Не, голубка, я полетел. Прикиньте меня, пожалуйста. Короче, двор, снайпер, иди там со своей ЛК флаской, пока побей манекен в лаке, а мы с Молем Седова. Портал ему можно дать. Пашер, не квест. Всё. Обратно, короче, как пойдет, будем пулить. Пошли. Не там. Аж еще раз можете вернуть, пожалуйста. Отменил почему. Благодарю. Лапу бы еще. О, неплохо, да. По-моему. Да. Спасибо. Масло там кому-то обновить надо. Все, мы пуляем, босс. Что там по взрыву бомбота?
Тут-то дальше надо убегать было. Так, проходу к воротам. Чё, я съебал? Спасибо. Настя, на число? Нет, на число. Все, больше уже не будешь происходить? Нет, нет. Алга. Или... Что там, туманять? Бежим еще. Да, портал ставим, усилки скидываем, то умирает постоянно. И вообще, понты, хилы там нет. А боки могут не скидывать. Как и милики, бывает за счет прожимок. Надо 40. Где-то 200 усилков, 230, если не что, из 90 левел. Просто что, вторник хиджа пойдем? Обязательно. После лучше. Такого АЗС можно только нахуй сходить, по-моему. По-моему, да. Бог согласен. О, все, не скулите нахуй. Что, первый раз, блядь, что ли? Короче, вар тогда на двоих. Ты потом подведешь большого. Мы же все пуги. Пуги все сильные. Конечно. Она драктири от природы может пнуть. Так, надо СС повесить в один, я пью пиво. Зачем мне СС? Потому что ты умрёшь. А чё, Винстон не из-за таунта? Ну, встанешь, чтобы не тратить на тебя ничего, если там хуйня какая-то будет. СС один мне на танку повесить. Я за таунт. Да, Винстон справится, он же красавчик. Давайте это. Блять. СС все равно.
Все, гуляй. Ксюх, ты тут? Да-да-да. Винту дайте. Сводить можно этим. Подводи с среднего к большому. Скоро руна смерти. Дать химик под нее. Да. Можно с краю встать, но тут уже смерти не будет. Кому ты спавших? Больше не даем на угол, блин. Осколок. Просто камень забагал. Угу. Пиздишь, ты его отменил. Ты что гонишь? Смотри, у меня один хп. А, гля в натуре. Ну, камушки пришел. Сейчас ЕП прилетит и будет потом пати. Просто. Что? Короче, это надо, знаешь, сделать опрос тебе провести, короче, у чуваков. В среду или в четверг там, ну, короче, как удобно будет, там, ЦЛК. Там, осколочки, пуёлочки, джайна, может, кто? Опрос не нужен. Ты собрался вести? Ну, мы с Войдом бы сходили, что, по-пану, блядь, меня выкидывает. С тобой, прости. Я, если что, с вами схожу, может быть, думаю, да. Нет. Ну, только я не буду помогать, ссылка за печеньки попала. Ну, а что там, ВХ там всякие, блядь, ШМы, нахуй, по-любому же кто-то играет. Ты, Щитан, на том поле вообще играешь? Чё? С комментарием. Бля, меня выкидывает начала, сука! Ну почему, там ШП вроде как-то носит его. Можно брать, если босса нет.
духом. Получилось! Нам удалось опередить Алгалона! Может, нам удастся взломать такой же буквально выходит. Результат анализа? Воки там вроде могут брать, Соло могут брать. Запуск планетарного анализа Азерота. Предбиси. Че, сверни Мишаню в танк, пускай по танке. Что я эти хуёвины положу на. Отличный момент. Нет. А, Киря? Нет. Для блага Вселенной эту планету необходимо... Да, на меня выкидывает, просто ПКД. А, да? Йорн без мышки. Я тебе пробую третью точку. На чпаде, что ли? Ни хрена себе. Люфта. Там сенсорная панель, короче, бегает. Короче, давайте покурим 2 минуты. Сейчас пока там словится, он сейчас будет вылетать, походу. Да, я отойду тоже био. Пока соберитесь с мыслями, вспомните тактику. Миша, нахуй, ты чё, блядь, без танка, что ли? И он еще Войд есть. Он может поводить сферы. Но пока не надо. Все, ща я приду. Да. Это новенький. Вот тут вот, кстати, ноги неплохие падают. Тебе. Я еще не гонусь. Да, тебе ничего. А со следующего тебе тоже, кстати, по-моему, что-то падает. Четыре, по-моему, как прям. Да, с этого следующего тебе четыре падает. Не, хвост нет, это декартика или робот. Нахуй. Ты что, вот же нахуй давно уже ничего не надо. Потом, короче, вот эту хуйню забери, если упадет благарно. Так, я думаю, вот нам хуйню... хил-то нужен. А? Пятый хил-то нам нужен. А ты в лемо? Нет. Бля. Вот этот кошатник ты? У нас и так сейчас 4. Камушку за место кого-то закинуть. За место одного милика. Это мне, да, играть по звездам? Да. Так, милики, кто там? Плюс Саните. Может пойти. ДК. Рога. Нет, не ДК. Ну давай Седову, ладно. Дайте ему портал. Ебать, хейт, красава, видал второй видео?
Я не знаю, кто там вон в АБ. А какие у тебя триниты, уже скажи. Не надо, дайте дживс тут. Поставил. Боссы запылили? Нет. Лёгу не расспроси, нахуй, он тебе все расскажет. Атирус, ты тут? Сатирус. Ты Сатирус? Винтон, ну ты шо, выше добишься? В общем, танки. Внимательно меняйтесь. Сферы ДДшники. То рядом на вас, если заводить. Че, мы вдвоем с Войдом, да? Ой, с Чудом? Ну, свободно, если можете, там позаводите в ближние хотя бы. Но за рейдом какие-то, если будут, вы уже не закрываете рядом. Можно под мелизоны закрывать. Чил, начнешь или я? Давай ты начнешь. Ну ладно, Вар начнет, короче, все. Давай, тычку подходи, все были готовы. А на сверках? Где ты пил? Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит... Пиздец, поставили самый главный пипел. На сферы. Ты главное ставь метку какую-то. Выдвини себе панельку эту и трусы ставь на самый ближний, чтобы ты стянет аддон. Геру как поставить босс? Ну это что? Это ГП. Отстояли резцы. Рибав друида. Минер ему один. Еще. Сначала в мелизоне правую. Кара. Я мелизон лужу в аду и хотую РДД. Смотрим за черепом. Не кривым сзади параллельно. Вроде нет. Четырех, да, забираем? Да. Кара. Возвращайся с Зеры в центр и хили РДД. Что ты там сбоку стоишь? Кара. Что? Короче, суровый, потом Бьорна резаешь. Заходим в мелизон. Ну, блядь. Морторс, реснишь, Кара. От камушка. Пока держи. Внимательно забирайте там за хуйню. Кара. Мелизоны плюется.
Кара. Что там по фазе? 14%. Камушки маны нет. Кара. Суровый, заходим. Короче, босса переводим в центр, не попадитесь в лужу, разложитесь квадратом. Кара в центре. Что это? У нас вылетел один танк. Да. Если пробьёрнут до топ. 400. До места субов, до места субов, Кара. Бьёрн танчит. Дал танк. Давайте, фу, по дома. Кара, скоро. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Пойдет. Ну, почти. Только умер, не очень. Там первый раз не повезло, я видел, зашли на лоу хп. Вот. Еще. Я зашел, меня схавали. Бля, как с этой хуйней вообще нахуй победить за луку, который покидывает? Аффикс от Кары я ему не давал вроде, да? Че, никому печати так не нужно? За хп, нахуй. Т5. Простя. А, не давал? О, давал. Все, сорян. Кирюша. Что, что? Как эту хуйню нахуй победить, а? Какую? Ну вот это прикидывание ебаное. Ну, блять, не знаю. Ты пробовал переключаться в другой этот? Да я вот на третьем сейчас вроде не выкидывал, и опять нахуй. На новой точке вообще махом выкидывают каждый из них. Хейтер, тебя поменял? Это пиздец, там.
скилмейда на боссе еще. Выбить на друг. Кэш заигрываем. Бломки убивают вара, ну бывает. Да, мимик. Миловидно тебе на мейн? Миловидно я. Тебе на мейн? Разумимик. Дождаться вот, когда масло спадут 4 минуты и бафнуть его. Там танки умирают. Всё. Я похилил только меня. Спасибо. Мне вставаться ШП. Вот тебе тоже на мейн? Я тебя даже похилил. Давайте без ФК подходим быстрее к кнопке. Трансмог.
Камушка, если что, твоя изера на мелизоне. Когда мы будем бегать, особенно на второй фазе. На голове. Какого-нибудь милика накинь на Мортреса, он. И через него хиль.